Всем привет! С вами Аннет, и мы приехали в Таганский детский парк. Сейчас посмотрим, как он устроен. Как вы видите, сегодня у нас пасмурно и даже накрапывает мелкий дождик. Но в целом тепло, поэтому можно спокойно и долго гулять по парку, наслаждаться довольно неплохой погодой, особенно если вы не боитесь небольшого дождика. Мы с вами вошли не с главного входа, а с бокового. А вот это у нас такой центральный красивый вход. Как вы видите, здесь стоит лавочка со всяким мороженым, выпечкой. Любимое эскимо наше с Сашкой. Ну и тут всякие объявления, информация, опять карта парка. Ах да, почитав правила посещения этого парка повнимательнее, я поняла, кажется, почему ко мне подвалил охранник в Таганском парке. Кстати, видео. Ссылка на видео о Таганском парке появится где-нибудь тут выше. Так вот, здесь запрещена профессиональная фото- и видеосъемка. У меня большой вопрос в том, как бы, что подразумевается под профессиональной фото- и видеосъемкой. Потому что ну, я-то явно не профессионал. Как вы понимаете, ходить здесь рискованно, потому что вот. Но фонтан выглядит очень прикольно. Парк детский, поэтому здесь есть громадная песочница. Детям вообще будет кайф здесь. Мы с вами постараемся людей и детей не снимать, чтобы никто не возмущался. Здесь такие довольно дикие заросли. Ну, как бы симпатичненько смотрится, да? Вполне. Смотрите, какие симпатичные старинные домики здесь. Вообще, район Таганский довольно такой старинный. Поэтому в нем исторической архитектуры прилично. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Здесь, за изгородью, находится еще одна детская площадка. Совершенно офигенной вот такой вот лазалкой. Но я туда ближе не пойду, потому что там играют дети. Сидят их родители, и, соответственно, я не хочу иметь проблем.
Ну и еще одна детская спортивная площадка. На ней никого нету, поэтому ее мы с вами сейчас спокойненько рассмотрим повнимательнее. Покрытие здесь резиновое, из резиновой крошки. Вот такие всякие штуки. Автоматы с напитками, кофе. По-моему, это прекрасно. А там дальше, сзади даже есть какой-то кафетерий. Десерты, пицца, кофе. Очень такая симпатичная, насыщенная спортивная площадка. Еще здесь есть какой-то сказочный театр. Пойдемте посмотрим. Ну, надо сказать, что выглядит этот театр действительно немножко даже сказочно. У него очень красивые рисунки в окнах, на окнах. У него все завито вот девичьим виноградом, вход такой красивый, прям прелесть. Ну, если вы будете в августе с детьми в Москве, то вот вам репертуар театра. Приезжайте. Я так понимаю, что театр у нас кукольный. И так я бы сама бы даже сходила вполне. Почему бы и нет? Итак, друзья, у нас тут, как вы видите, начался небольшой, ну, значительно более большой, чем до этого дождик. Мне даже пришлось накинуть капюшон, чтобы не сильно намокнуть. Наша прогулка по Таганскому детскому парку заканчивается. Я с вами прощаюсь, увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте нам комментарии и ставьте лайки для того, чтобы наши видео лучше продвигались на YouTube. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, потому что там мы публикуем статьи, фото и коротенькие видосики, и много чего интересного. А с вами была Анет, канал Real Moscow Project. Всем спасибо, всем пока!